Всем огромный привет, дорогие мои любимые зрители! И сегодня я хочу поблагодарить вас за многочисленные поздравления с днем рождения. Спасибо огромное! Мне исполнилось 59 лет, и я ведь не объявляла даже, не делала никакого ролика, объявления, но вы, дорогие друзья, все равно меня поздравляли во всех соцсетях, и в WhatsApp, и в Facebook, и ВКонтакте, конечно же, на YouTube и в Instagram. Спасибо всем огромное. Я вот правда была тронута до глубины души, и я прошу прощения, если я кому-то не ответила. Я постараюсь ответить обязательно, но все поздравления, все, абсолютно все, я прочитала. И мне было очень-очень приятно. Вот правда, многие зрители для меня уже стали очень близкими друзьями, подругами. Я знаю ваши ники, я знаю истории очень многих зрителей. Огромное спасибо блогерам, моим подругам, которые тоже меня поздравляли. В общем, растрогали вы меня, дорогие друзья, не на шутку. Я на следующий день после дня рождения пошла на съемку, напросилась сама к Анне Бухман. Они снимали новую коллекцию Конплот. Я потом вам ее покажу, конечно же, она обалденная. Но в этот день я просто хотела посмотреть, как выглядит процесс съемки для каталога интернет-магазина «Красиво 365». И, честно говоря, я нисколько не пожалела, потому что это было очень интересно, захватывающе. Я увидела девушек-моделей, которых раньше видела в Инстаграм, в каталоге «Красиво 365». В тот день лил такой дождь, и я еще думала, да, надо же, придется идти по такому дождю, знаете, на Петроградской, искать, где это там ходы, входы, выходы, зайди в этот двор, перейди туда-сюда. Поверьте, это было не так просто. Но когда я пришла и увидела эту студию, я была просто восхищена и погрузилась в такую классную атмосферу. Но тут меня ждал сюрприз. Ну все? Все, девочки, спасибо. Давай, Оля. Угу. Это новая, да, коллекция? Да, вот так вот их. Ага, да, крупным планом. Белые кристаллы, да, такие, или розовые там они какие-то. Разные цвета. Разные. Сейчас вот увидишь. А, да, как будто вы как. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Или там все надо? Я сейчас сниму, когда спросите я. Марина, мы только я вчера нажимаю, Оля, там мы только да? Вчера узнали. Есть красный. Да, все есть. Вчера узнали, что у вас день рождения, мы не знали, Марина. А я все прочитала в комментариях, нас поздравляли. Вас не видно, бахилы. Я так хорошо с вами. Вау, девочки! Огонь! Как там? Я, да. Марина, пой! Пару! Ой, у меня слуха нет. Лучше вы. Вы знаете, Марину вперед, пожалуйста. Марина, вперед. Может, я награду? Я буду немножко. Ой. Как приятно! Happy birthday to you! Спасибо, спасибо! Happy birthday!
очень не ожидалось. Как это? Давайте, пока вы в эйфории, давайте нам что-нибудь. Расскажите, наконец, что вы сейчас чувствуете? Я вообще в полном шоке, потому что я совершенно этого не ожидала. Шла под таким вот дождем, ну, думаю, нет, мне надо обязательно прийти на эту съемку, я хочу посмотреть процесс, как проходит, обязательно сделаю такой влог. И, конечно, потом мы посмотрим украшения, все красиво, 365. Я, кстати, Анна, вспоминаю ваши слова из интервью. Думаю, дождь идет. Нет, я все-таки надену серьги, вот эти вот серьги Конклот. Они, кстати, дождь и напоминают такой же вот. Да, так что у меня даже так приличный был наряд. Спасибо. Шикарно. Еще раз не ожидала. Спасибо. Так приятно. Ну, будете в ролике себя смотреть. Будете все себя увидят. Спасибо огромное. Девчонки все очень красивые. Увидела. А я никому не сообщала, но некоторые просто... Подождите, я еще не накрасила. А как-то же все... Ну, во-первых, в некоторых соцсетях высвечивается день рождения, вот, а во-вторых, ну, многие со мной же уже давно, я же давно влог веду на Ютубе. Никто не ведет? Есть блогер Ютуба здесь кто-нибудь? Начинающий. Начинающий вы? Открыли канал? Да. Можете назвать его? Пока не готова. Да? Ну, хорошо, ладно. Как хорошо. Давай. Здорово. Инстаграм свои назвать. Называйте Инстаграм. Тебе нужно вот такую одеть. Какой у тебя Инстаграм? Говори. Катериночка через букву Ч. И три нижних подчеркивания. Или два. Я не помню. Анастасия Вершинина. Просто русскими буквами. Анастасия Вершинина. И вы меня найдете. Вот, ой, здорово. Здорово. Ну, спасибо. Спасибо. Вам спасибо. Спасибо. Проходит наша съемка. Очень здорово проходит съемка, все красивые. И наряды меняете, да? Я не знала, что у вас день рождения, но у меня всегда с тобой скромный подарок. Ой, спасибо. Спасибо большое. Что это такое? Да. А я же не вручила. Ручки? А что это? Ручка. Здорово. Это наряды, да? Красавица, прям. Глаз не оторвать. Старый, я думаю, старый сказать нехорошо. Самая любимая. А я вас всех узнала, девочки. Ну, в смысле, я же смотрела сайт. Узнала. Тогда нужно... Красотки. А в жизни вы на самом деле еще лучше. Что? В жизни вы лучше еще. Ну, на фотографиях хорошо, но в жизни вы еще больше красотки. Это же здорово. Многие так говорят, что на фотографиях я как-то не очень. Нет, а нет, на фотографиях хорошо, но в жизни как-то еще краше. Потому что в жизни еще и темперамент, и харизма, и взгляд лучезарный. Да. Конечно, его движение, тоже можно передавать. Движение, глаз горит, да. Да, да. И это здорово. Придает еще больше шарма, еще больше красоты. Молодцы, да. Красавицы. Пойдем. А я и снимаю рабочий процесс, это же классное видео. В общем, приятный выдался день. Сказать, что это для меня был сюрприз, это ничего не сказать. Это настолько было трогательно, неожиданно. И я очень благодарна вам, Анна, и всем девушкам, которые работали в тот день. Это была невероятная атмосфера. И то, что как меня поздравили, ну, правда, огромное-огромное спасибо. Ну, а вам, дорогие зрители, я надеюсь, понравился тот небольшой сюжет, те видеозарисовки, которые я сделала на съемочной площадке. И, как я уже говорила, новую коллекцию украшений Конклот я вам обязательно покажу чуть позже. Ну, а сейчас я хотела бы закончить это видео нашей любимой рубрикой «Аутфит дня».
потому что я вам не показала свой аутфит, свой наряд дня, когда брала интервью у Анны Бухман. Ну что ж, дорогие друзья, показываю мой аутфит. Сегодня на мне украшение Конплот, потрясающее. Я, кстати, когда показывала вам коллекцию, забыла его показать. У меня еще такие серьги есть. Оно очень красивое. И тоже, вот, знаете, когда не знаешь, что надеть, надеваю. Здесь вот немного разные цвета металла. И золотистый, и серебристый. Такое оно немного винтажное, и в то же время геометричное. И асимметричная слегка. Вот. На мне такая блуза, честно говоря, не помню бренд, но покупала я его эту блузу в Италии. У нее такие рукава фламенко такие. Видите, да? Очень классные. Я такой немножко себя птицей чувствую. Вот. И вы знаете, да, что тренд этого года и следующего, и немножко прошлого, это необычные рукава с какими-то особенными деталями. Вот. Ну а так я всегда стараюсь выбрать блузу, чтобы у нее был вот такой вот фон для выгула всевозможных украшений. Дальше на мне брюки. Это Uniqlo коллекция, забываю имя француженки, которая делает вот такие стильные вещи постоянно, каждый год для Uniqlo. Вот. Ну и кеды черные, кожаные, это просто вагабот, потому что удобные, сегодня дождь обещали. Так что вот такой вот у меня образ, напишите, как он вам. Лично мне очень нравится. Ну что ж, дорогие друзья, вот такой у меня получился сегодня влог. Хотелось просто поговорить с вами немножко, поделиться теми событиями, которые были недавно. И еще раз признаться вам в любви и поблагодарить за поздравления на день рождения и вообще за то, что вы пришли на мой канал, за то, что вы смотрите мои ролики, за то, что вы их комментируете, ставите лайки, дизлайки. Я очень-очень вас люблю, дорогие мои. Я вообще не мыслю свою жизнь без вас. И это чистая правда. Я стараюсь разнообразить контент на моем канале. Я ищу какие-то новые форматы съемки, новые темы. Я очень рада, что тема этого года, которую я начала, продвигать, что ли, на своем канале, вам очень понравилось. Это встречи с женщинами постарше, это интервью, это аутфиты. И вы даже не представляете, какой у меня огромный план на предстоящее время, вот график съемок. И скоро вас ждут очень интересные аутфиты на осень от нескольких очень интересных женщин. И мне хочется, знаете, вот просто я не успеваю даже снимать, монтировать, обрабатывать видео, настолько много материала. Но вы знаете, что я не люблю делать какие-то ролики в попыхах, абы как, там, на 2-3 минуты, нет. Хотя это можно было бы, но, дорогие друзья, для меня очень важно, чтобы каждый ролик был такой вот, знаете, как маленький фильм, даже если он длится 10 минут. В общем, как обычно, дорогие друзья, меня не остановить. Когда мне кто-то пишет, что я очень много говорю, я всегда отвечаю, ну, если бы я не любила поговорить, я бы не стала блогером. В общем, дорогие друзья, люблю вас, обожаю, всех обнимаю, целую. И мы с вами увидимся совсем скоро в следующем видео. Пока-пока! Огромное спасибо за поздравления и за то, что вы у меня есть. А я все прочитала в комментариях на самом деле.